Красота на страже порядка. Титулованная чувашская красавица Лидия Пуганова ежедневно помогает сотням горожан, обратившимся в дежурную службу 02. Служба 02 УМВД по городу Чебоксары, помощник оперативного дежурного, младший сержант полиции Пуганова вас слушает. Здравствуйте. Чем мы можем вам помочь? За сутки дежурства Лидия Пуганова, помощник оперативного дежурного службы 02, отвечает почти на 700 звонков. Мне посоветовала знакомая и сказала, что требуются сотрудники. Я пришла, попробовала, устроилась, мне понравилось. Потом решила аттестоваться. Получила первое полицейское звание. Параллельно с работой в службе 02 Лидия учится на юридическом факультете ЧГУ. Профессионально занимается спортом и вокалом. Участвует в конкурсах красоты. В 2018 году она представляла республику во всероссийском конкурсе «Чуваш-Пиги». А еще через год Лидия Пуганова стала его победительницей.